Это Сергей Сергеевич, это главный врач медико-санитарной части. Сергей Сергеевич, ну самый главный вопрос на сегодняшний день по вашей части. Хватает ли вам лекарств? Хватает ли сейчас мест в больнице? Хватает. Хватает и мест, и хватает лекарств. Скажем так, 3 года назад, когда все это начиналось, конечно, было гораздо сложнее. И тогда большая часть поставок медикаментов, перевязочных материалов ложилась на плечи волонтеров. То сейчас, скажем так, 50 на 50. И мы в достаточной степени обеспечены и растворами, и обезболивающими, и перевязочным материалом для оказания помощи. Надо отметить, что на протяжении последних уже почти 2 лет, наряду с гражданскими медиками, с нами бок о бок работают военные медики. И у нас никогда не возникает никаких вопросов, конфликтов или недоразумений по оказанию помощи как гражданским тяжелым больным, так и раненым военнослужащим. Сергей Сергеевич, врачей, я так понимаю, тоже хватает, да, на сегодняшний день в Авдеевке? Врачей катастрофически не хватает, потому что осталось 2 хирурга, остался 1 травматолог, поэтому молодые доктора уехали, остались люди предпенсионного и пенсионного возраста, к сожалению, которые уже, как говорится, прошли и Крым, и Рим, и которые на своих плечах держат все здравоохранение города. Врачей не хватает, молодые врачи не приходят, и поэтому, если даже кто-то заболевает, возникает очень напряженная ситуация. С врачами большая-большая проблема. Хорошо, катастрофа. Тогда как вы поступаете в эти дни с тяжело ранеными? Ну как, вот я завтра, допустим, сутки дежурю, а в воскресенье я ургентный на дому. Если доктор, который дежурит в воскресенье, вдруг заболеет или что-то, значит, я вынужден буду остаться и дежурить в воскресенье. То есть... Просто на этой неделе были новости об эвакуации больных из городской больницы. Интересно, где они сейчас находятся, в каком состоянии, в каких условиях? Один больной не пострадал, все больные, которые хронически были переведены в близлежащие больницы, те больные, которые могут лечиться амбулаторно, они лечатся амбулаторно, выписаны и получают лечение соответствующее. То есть никаких нареканий со стороны больных не было, все прекрасно все понимают. Сергей Сергеевич, спасибо вам за ответы.